Итак, молодежная секция Центрального дома актера. Поток сознания или любимая спи. И окна, и двери уже на запоре, а мысли с дневными обидами в споре цепляют друг друга в ночном переборе от Ельцина к Боре. К любимому Боре, к любимому Юре, к Дорониной Тане, потом об Астафьеве, об Эйдельмане, об обществе память, Васильев, погромы, скандал в Ленинграде, где выстрел Авроры когда-то стал грозным и дерзким сигналом. Когда-то стал грозным и дерзким сигналом, большим переменам. В МХАТе и малым. И все сорвалось, понеслось по степи, покуда мы все не... Любимая, спи! Все началось с грохотом, все кончится хохотом. И правда, что плохо там. А ну его впереди! И я тебе шепотом, потом полушепотом. Потом уже... Молча, любимая, спи, я тоже засну, и, наверное, вскоре. Но мысли с дневными обидами в споре цепляют друг друга в ночном переборе. Зачем-то я вспомнил об этом Егоре. Нет, нет, не о том, а из Москвы Ньюс. Приехала труппа в Советский Союз. Я был на приеме и видел там Брука. Там братом приходится Плучику. Сука! Вчера ощенился наш Шатров! Станислав! Максимова! Дома! Боярский! Бурдонский! Боровский! Уравский! Максимова! Дом! Шатров! Станислав! Амхат разделился! А Фокин? Японец! А Урмусу Отту! Который эстонец! Илья Глазунов рассказал в передаче, что Брежнева он рисовал без отдачи. И значит, напрасно... Напрасно о том разговоры. В Москве. В Ленинграде. Где вы сидели? И все сорвалось с этой самой цепи, покуда мы все не... Любимая, спи! Любимая, спи! Мою душу не мучай! Закроешь глаза и увидишь во сне! Так весело в нашей нарезкой! Везучий, могучий, дремучий, бегучий стране. Забудь про театр. Арсбалетный шашни. Пускай тебе снятся заводы и башни. Рокотные станы. Напорные башни. Родные просторы. Высокие горы. Крещатик и Невский. Я выстрел Аврора! Не нужно больше фальши, много пережили холодный зимы пурк, чтоб свету было больше, чтоб дальше, дальше, дальше все пишет, пишет, пишет наш лучший драматург. Он осуждает день вчерашний и в поэтической борьбе парнишке не бывает страшно, а станет страшно, скажет он себе. Ты драматург, Мишка! А это значит, что мы страшны.
советская сатира, следовала крестира, тяжелая дорога, опасная стезя. Но лучший наш сатирик теперь почти что лирик, смешней передовицы сегодня быть нельзя. Теперь он друг кремлевской башни, ведет концерты в КГБ. Парнишки не бывает страшно, а станет страшно, скажет он себе. Ты одесит, Миша! А это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ты одесит, Мишка, а он не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Фамилии удачи, почти что однозначные, он Жуков, Карамазов, Чернота и т.д. Он трепетный художник, он Ленин, он молочник, а также председатель в любимом СТД. Он разоблачает день вчерашний, он верный друг ВКПБ. Парнишке не бывает страшно, а станет страшно, скажет он себе. Ты сибиряк, Мишка! Как к нам пришла свобода, и меры принимают по каждому письму. Свободны мы от культа и даже от Минкульта. А если кто обидит, напишем самому. Mm-hmm.